Эй, чувак, с тобой я, Сапикат. Тема сегодняшнего ролика достаточно интересна мне, ведь я большой любитель жанра хоррор. Сегодня я вам расскажу о трех самых страшных и жутко интересных играх в Роблоксе. Это нетипичные игры, в которых на каждом шагу скример, либо на каждом шагу донат. Это очень интересные и пугающие игры. Что ж, начнем. Первое. Паранормика. Как по мне, это самая напряженная игра из всех сегодняшних. Вы участник группы охотников на привидений. Ваша задача прибыть к пункту назначения и выяснить, какой тип призрака обитает в указанной точке. Но все не так просто. У вас есть большое количество инструментов, с помощью которых вы должны выяснить, с каким призраком вы имеете дело. Самым безобидным является дух, а самым опасным является демон. У каждого типа призраков есть своя отличительная черта, по которой их надо и выслеживать. К примеру, температура воздуха в помещении, какой уровень опасности показывает радар и так далее. Тут даже через чат Роблокса надо общаться с призраком, держа в руках дневник призрака, на котором он будет отвечать на заданные вопросы. Также надо быть осторожным и следить за показателем страха. Нельзя находиться в темных местах, иначе ты будешь парализован и умрешь. Чтобы восстановить показатель страха, надо съесть пончик, который будет на столе с инструментами. Игра очень интересная, я даже немного залип, пока записывал. Если вы любитель напряженных хоррор-игр, то эта игра как раз для вас. Второе. Dead Silence. Игра с полноценным сюжетом. Игру можно проходить как одному, так и с другом. Вы, будучи главным героем, неизвестным способом очутились в канализации. По пути вы замечаете записки, где кто-то говорит о женщине, которую он пытался найти. После нескольких найденных вами записок, станет ясно, что эта женщина самый настоящий демон. Ваша задача пройти через большой путь и выбраться. Игра больше пугает так и атмосферой, так и скримерами в нужных местах. После прохождения этой игры у меня были только положительные эмоции. Советую вам пройти эту игру. Третье. No Players Online. Эта игра является пародией на оригинальную версию, но только в Роблоксе. Вы запускаете старую онлайн-игру, в которой вот уже многие годы никого не было в сети. Это обычный командный шутер, где главная задача игрока – перехватить флаг оппонента. После захвата вами вражеского флага, на центре карты появляется граммофон, который играет достаточно пугающую мелодию. Помимо граммофона, вы можете встретить какую-то странную тень на другой стороне центра. Через пару секунд тень исчезает, оставляя игрока в непонимании. После того, как вы донесли флаг на свою базу и берете уже новый, к вам кто-то подключается. И этот кто-то с достаточно странным именем, просто наблюдает за игрой. Дальше уже начинается самое интересное. А что именно, ты можешь посмотреть сам, ведь ссылка на все плейсы в описании. Я надеюсь, вы нашли хорошую хоррор-игру для себя. А с вами был Стопикат Василий Чувак. Всем удачи, всем пока.